Всем привет из Северного Степного Крыма. Сегодня у нас 11 ноября 2021 года, утро. О, опять приморозки пошли. Было тепло довольно-таки. Начались уже опять приморозки. Позавчера дождик целый день поливал. Вчера малюха подсохла. Вот я смотрел, отогревал. Минус 3, было минус 5. Температура ползет вверх. Темно было, я не снимал. Да, минус 3 уже почти. К минус 3 поднимается. Было минус 5. Но было темно. По машине, эта машина хорошо подмерзла. Короче, предвестники скорой зимы. Пчелки в клубах зимуют, греют расплодную.